Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левела. Я продолжаю проходить GTA San Andreas, поехали. Так, нам звонит кто-то. Здравствуй, Клод, милый. Я звоню, чтобы сказать, как сильно люблю тебя и как восхищаюсь твоим хозяйством. Йоу, Каталина, это Карл. Я думал, ты просто ошиблась номер. О, Карл. Ох, прости, знаешь, так легко ошибиться. Особенно, когда любовь и страсть так вкружили мне голову. Да, ну, я... Времени нет, пока. Ну, это да, типа ошиблась номером. Под дурочку косит. Сохраняемся. На всякий случай. И поехали миссию. Лишить голоса. Эй, Кекс, как дела? Си-Джей, как сам, малыш? Колись. Держись, солнышко, ты сможешь ради меня, а, гребаный северяне? Нет, Макер, сопротивляйся желанию. Ты подумай, скажем... Знаешь, пора мне вернуться в игру. Я знаю, Стрэнна. Так что тебя удержу. О, погоди, это его видео, я хочу посмотреть на этого придурка. Слушай, чувак, ты ж теперь... О чем тебе париться? Это тупоголовый Лок. Лок, но он же ужасен. Ублюдок. Ты знал, я уже слышал этот рэп, который он толкал. Он скоро мою тетрадь с текстами. Это мои бабки. А это мои девки. И это мой клип, он сегодня снимает. Ну ладно, пора нам выйти на сцену. Давай заедем туда без предупреждения. Да, мы же гэнгста. Поехали. Let's go. Я люблю тебя, Мэгги. У тебя все с головой не в порядке. Отвези бешеного Кекса на съемки видеоклипа. Далеко нам? Округ Флинт. Я понял. Так, все, я подъехал. Ты жулик хренов, сучонок. Ты жулик хрен. А ну гони мою тетрадку с текстами. Гони сюда мою цепь, отдай мои шмотки. Он сваливает. Быстрее, Кекс, нужно его поймать. Уджи Лок сваливает, как? Че? Не дай ему уйти. Окей, его можем взорвать? Что-то это говнище как-то едет. Нет. Держись от меня подальше. Сейчас мы его пристегнем. Я думал, что мы друзья. О май факин гад. Факин гад. Ты вчерашняя новость, понял? Ребята хотят Лока. Лока. Да блин, Лок, иди сюда уже, козел. Я тебя завалю и все. Куда он? Какими он путями ездит? А, здесь тоже катается эта тема, нифига себе. Я не знал. Да куда ты едешь-то, ё-моё? А, вообще туда поехал. Я понял. Мой док, ты чё там за нами? Давай, брат. Это ещё чё? И что вы стоите? Может, его просто завалим? Карл, может, просто стрельнем в него вообще, всё? Гони за Оджи Локом. Смотри, не потеряй его. А я чё, стрелять не могу из этой хрени? Ну вот чё, прикольно. Бешеный Кекс ни хрена не может. Ух ты. Приколюха. Ладно, времени читать нету. You washed up! Both of you! Slope is going dead with you, pussy!
Медленно очень. Нихера себе. Это какая-то херовина машина еще может толкнуть. Блин, а. Я знал, что он сюда повернет. Только я не знаю, как его завалить. Хотя можно было объехать, наверное, с той стороны его. Так, сейчас повернет. Конечно. А он все у нас толкает. Он жесткий. Так, ну. Если я помню, то тут вы. Отсюда. А, нет, есть, ладно. Я думаю, это тупик. Типа за ним ехать надо? Или его завалить, прям тут взорвать? Точил его. Ну и я так понимаю, его нельзя догнать. А следовательно, взорвать его тачку тоже нельзя. Просто гоняться за ним. И все. Вот он и себя и загнал вроде как, нет? Да ладно, здесь же. Да ё-моё. Уже думаешь, ну тупик, ну все, куда? А, все, он выпрыгнул. Или что это? Ты жулик. Ты ничего не можешь доказать, чувак. Слушай, Джеффри, ты ублюдок, настоящий сучонок. Ты кинул меня и моего брата. Люди, но я же артист, но мы же все делаем ошибки, разве не так? Ты не артист, ты халявщик, ты подделка. Чувак, я собирался дать тебе денег на запись следующего. Вот он, гонорар, забирай, и это еще не все. Сучья отродье, да я из твоей задницы дерьмо вытесну. Да ты жулик. Мистер, бешеный кекс, я Джимми Сильверман, Blasting Fools Record. Так, спокойно, я у менеджера, если хотите поговорить, говорите со мной. Ну ладно, рад познакомиться, джентльмены. Давай поговорим, окей, мне нужны хиты. Если я говорю хиты, я имею в виду хиты. Теперь, что касается этого парня, этого жулика. У меня огромное желание подать в следующем году иск на его задницу. Да блин, отцепись от меня. Эй, Лок, придачи к нам чего-нибудь пожевать. Сейчас получится. Прости, гангстерита, но даже и не думай. Чувак, валяй отсюда. Эй, пусть он не толкается, не пихай меня. Все, отлично, задание выполнено. Текст отжат. Полетели дальше. Так, все, я сохранился. Поехали. Задание суеты выполним. Грув навсегда. Ты будешь любить свой Рен, как любишь всех своих братьев. Всегда так было и никогда ничего не изменит. Все это я уже видел. Ты как, Си-Джей? Ты как дела, а? Рад видеть, что все вернулись на свои места. Не, сейчас не так, как было, но все изменится. Нам еще предстоит снова объединить всех в районе. Я как раз говорил этим пацанам о самом важном. Мы хотим, чтобы все знали, Грув снова в игре. Попридержи, тебе не кажется, что нам нужно попроще? Что? Ты же знаешь, что у меня есть и другие дела и обязательства. Выйдите все, мне нужно с ним поговорить. Если ты не соберешься все это делать, ты на что по-твоему будешь похож? У тебя всегда получалось оставлять дела незавершенными. Сурово, красавчик. Парень из особняка этого рэпера нам дела нет. Знаешь, мир весь больше этого района. Здесь дела наши. Здесь началась наша жизнь. И не забуду, откуда ты выполз, мистер, весь себя крутой. Слушай, так нечестно. Смотри-ка, кто-то перечеркал все надписи на стене, оскорбил твой район. А ты ведешь себя так, как будто тебе все равно. Вот это нечестно. Ладно, сделаем как ты хочешь. Пошли. Let's go. Let's go. У тебя есть план? Да, у меня есть план. Мы собираемся прокатиться район Баллас и вернуть его груз. Ладно, пора сделать этих ублюдков. Так, давайте сейчас я посмотрю, далеко ли ехать нам. Нет. Отвоюй Айдлвуд. Ну, это прямо. Где Биг Смок вроде как живет. Если мне не изменять память. Нет. Сдрючим этих ублюдков. Чтобы начать войну, подстрелили несколько баллосов. Окей. Только для начала мне бы найти баллосов. Паласов. Чё-то пока никого не вижу. Во. А, их надо подстрелить именно, да?
Ты развивал войну группировок. Хорош. Вот это мой брателло. Так. Так, да, вот правильно. Даун, чтобы этот мент не мешался. Но он, видимо, не видит, какие тут у нас разборки с балласами. Кстати, я готов эту тачку расхерачить. Я готов даже взорвать. Все отлично. Ага, вижу еще. Ой-ой-ой-ой-ой, отстаньте. Хорош. Ты выдержал второй натиск. Возьмем здоровица. Пополним. Так, я думаю, посрываем с эмочки. Эмочка у нас набралась достаточно. Бронежилет у нас уже тоже собрался. Так, сзади. Где он там, гнида-то? Ныкается. Так, быстро бежим забирать, пока все не дропнулось. Так, красавчик отстал. Ну, это район твой. Окей. Семьи групп вернулись. Ну что, поехали, повеселимся. Захвати еще один район. Окей, есть здоровье, здоровье есть. Калаш тоже. Я заряжен, друзья. Вернуть этот район, я заряжен. Так, стопай, братишка. Я знаю, ты из моей банды. Ты красавчик. Машину давай сюда. Не, менты, вы даже не думайте, вы отстаньте. Так скажем. Не, я здоровье пополню. И полетели. Давайте, менты, вы сейчас отстанете от меня. Я сейчас найду несколько баллосов. Расхерачу их. А потом мы с вами поговорим. Так, ты баллос? Нет, ты не баллос. Но вижу баллосов. Встаем. Целимся и валим. Чё, гнида? Ах вы гниды. Так, мент, ты там не выпендривайся, слышь? Давай, домой. Со всех сторон просто крысы. Ты отразил первую волну. Это хорошо все. Это все хорошо. Надо с ними расправляться быстро. Вот так. Вот так и справляемся. Быстро, четко, резко. Вон арморчик лежит. Сейчас возьмем арморчик еще. Прям зарядимся. Мент. В машине-то никого нету. Возвращайся в зону боевых действий. Да на изи. Жесть, сколько там баллосов. Красавчик, может ты отойдешь? У нас получилось, возвращаемся. Тихо, не давите меня. Красавчика. О, баллосы, здорово. И до свидания. Да, правильно. Валите нахер. Так, все, до дома. До дома, по идее, нам недалеко было. Прямиком прям, прямо едем и все. Красавчика немного покоцали, но это ничего, заживет до свадьбы. До свадьбы заживет. Как говорится.
Ты помог семье Грустрит смести балса. Братья Джонсон их просто раскатали. Ладно, братан, мне надо поспать, устал как черт. Вот, я отобрал этого одного из придурков балса. Бабки за наркотики, вот твоя половина. Возможно, бабки за наркотики. Хух, 10к. Изи бабки. Сохраняемся. И, да куда ты вышел-то? Так, стоп. Чё-то я не понял. Так, сохраняемся. Так, опять не работает мышка. Как всегда. Так, и где же у нас задание? А, все, я понял, где. Ладно, продолжим тогда через пару секунд. Пау. Так, все, продолжаю. Беспорядки. Эй, потише, потише. Ну ты маньяк озабоченный, это уже перебор. Офицеры Эдди Пуласки и Фрэнк Темпани, хорошо известные сотрудники местного отделения полиции, были обвинены в вымогательстве, коррупции, торговле наркотиками. Они сами в это ввязались. Из-за этого недоноска я ферму потерял, он всю мою дурь загроб. И подозреваются в убийстве офицера Пендлбери, который объявил, что собирается выступить, и который был найден убитым во время криминальных разборок банд. Думаю, это тянет на 20 лет. Да ну, отделаются пятью, копам всегда дают меньше. Свидетели отказались от своих, кроме того, сейчас Джимми Эрнандес. А сам сэр Пуласки скрывался от правосудия. Ага, постой-ка, они как раз выходят. Это недавно Пуласки, скорее всего, сдохнет так же, как и все остальные. На основании отсутствия улик, доказывая их вину, окружен покров, вынес решение снять все обвинения. Что? Полное дерьмо. Ну, убедился? Системе доверять нельзя, чувак. Неожиданное решение совершено без... Да, правосудие стало пустым звуком. Да, знаю я, меня за абсолютно естественно поединок. Сегодня Лос-Анджелес будет кипеть, а в моем районе никто справедливый не будет. Я что-то в этом не уверен, парень. Смотри, весь город встал на уши. Народ это реально задолбало. Люди сами не знают, чего хотят. Всех нас использовали. Видишь, парень, ничего не меняется, дружище. Слазь кого угодно развратить. Слушай, я обещал, что мы защитим район. Не для кого дерьмо это загребали. А дерьмо-то реально дерьмовое. Да, но мы сами с этим разберемся. Поезжай обратно на улицу Грув. Хорошо. Так, сейчас они калякать будут. Базарить о чем-то своем. Правосудия нет, парень. Все, вы поговорили? Так, все, подъезжаем. Я соберу пару тройку братанов, и мы закроем все входы. Если прокатишь по городу, посмотрим, что там интересно. Осторожней там, Си Джей. Все горит. Миссия пройдена. Че ты ко мне приехал? Может, че, бешенство какое-то происходит здесь. Ладно, быстро сохраняемся, бежим. Просто со всех ног щемим. К свиту. И выполняем у него опять задание. Вон телеки, че только не делают. Лос Деспарадос. Да, так что я никому не позволю загубить этот район. Слышишь, никому. Ладно, еще увидимся. Как дела? Мы уж почти взяли район под контроль. Си Джей, это серьезно, чувак. Да, знаю я, чувак, знаю. С тех пор, как тебя закрыли, я столько дерьма ради семьи перекидал. Что ты делал для себя? Не ради семьи, давай не путать теплое с мягким черномазой. Слушай, когда ты уже от меня отцепишься, когда ты прекратишь себя вести, ты продолжаешь трепаться о том, что сделал ты. Когда Кен должен был купить туфли, я пошел и добыл. Когда маме нужно было сделать операцию, я заработал деньги грабежом. Пока ты прохлаждался в Либерти Сити, говно, не хочу. А теперь стоит тебе что-нибудь сделать? Не гони черномазы. Слушай, чувак, это несправедливо. Карл, чувак, мне нужна твоя помощь. Слушай, я вроде как сейчас занят, семейные дела. Я помог вам, ребята, Хомбре. Пришла пора и тебе помочь мне. В моем раме тоже бардак. Нам нужно будет держать этот чертов район на замке.
Ладно, что тебе нужно? Пришла пора собрать мою старую банду. Вы среди их долбанных панков, да? Да, только сейчас у меня в своем собственном районе куча проблем. И вообще, я этого брата обещал. Все, что от тебя хочет твой братья, это чтобы ты что-то там сделал. Я не знаю, я не успеваю читать. Они просто базарят. Ладно, я тебя слушаю. Я прикрою тебе спину, пойдем потанцуем. Орал и Варио возвращаются. Окей, ну и какой план? Мы встретимся с тремя моими ветеранами. Три? Это все? Ладно, я привлеку к этому делу парочку ребят. Возьми на дело парочку бандитов из семьи Грув Стрит. А почему я горю? Почему я горю? Есть информация? Почему я горю? Есть информация? Какого хера меня поджигают онли? Гниды. И как ребят своих взять? Я так сейчас сгорю нахер. Ну я сейчас сгорю тогда, так и все, супер. Ну все круто. Просто сдох. Охерительная игра, спасибо. Тупицы. Так, все, я продолжаю. Так, быстро сейчас нанимаем, короче, братанов себе в банду. А, это братан у меня уже в банде. Все, ладно. Я думаю, хватит полетели. Полетели! Ладно, сорян, брат. Ты остаешься. Так, далеко нам херачить? Ну ладно. Можно и не останавливать запись прям так. Там кто-то вылетел. Come on, man. We brothers, you and me. You can ask me anything. Okay, here goes. I want to ask Kendall the question. What's the problem? Call her, dude. Here, use my phone. No, Holmes, the question. What? Oh, shit, you mean pop the question? Well, I'm okay with that. You know, I appreciate you asking my permission and shit. Nah, I know you're cool, Holmes, but it's sweet, man. Конченная просто GTA это. Пожалуйста, можно мне не лагать? У меня чел просто взял и выпрыгнул. Просто тупица. Надо возвращаться обратно, боже, ой. Что за тупорылая миссия конченая какая-то. Максимально тупая. Все, наконец-то. Садитесь, дебилы. И закрой, Карл. Машину закрой. Все, поехали. Стрелять, что-то дауны. Хватит стрелять. И так повсюду хаос творится. Ничего, вы стреляетесь. Давайте мы еще влетим куда-то и взорвемся. К хренам. Вот куда ты выпрыгнул, даун? Тупой даун. Куда ты выпрыгнул? Не, ребят, это просто какое-то говно. Все, я подъезжаю вроде как. Ура! Наконец-то! Эти типы грубцы дауны просто настолько имбецилы кончены. Эти вагос, чувак, да я один всех прикончил. Разделан их на запчасти. Эй, карнал, что тут происходит, братан? Цезарь, а ты должно быть Сиджей. Цезарь говорит, что ты окей, так что мы тоже окей, братан. Окей, чтобы добраться до моего дома, нам придется пробиться с бомбой через этот район. Чтобы не бесить, сообщают, то и... Прикрывайте друг друга, амиго. Победа или смерть? Победа или смерть? Помоги Цезарю. Ну, это понятное дело. Тупицы стоят и стоят. Вообще срать хотелось. Там у них происходит на районе. Стали стрелять, что-то делать. Куда ты убежала, гнида крысиная?
Keep together. Так, валим всех. Stay close. Ага, здоровье вижу. Ой, вылезли, вылезли десанты. Я тоже тут, мне вообще срать на ваши пули. Хоть жопой жуй. Че ты там заныкался, ублюдок? Это последний из них, двигаем отсюда. Отправляйся к переулку. Полетели, быстро, быстро, fast, fast, faster. Это были еще цветочки, а вот теперь мы направляем звериное лого, теперь будет потруднее. К счастью, у нас в запасе есть небольшой сюрприз. Да-да, Санни. Это же гранатомет, так же за нами национальная гвардия заохотится будет. Посмотри вокруг, Си Джей, весь город охвачен войной. Так что слушай, я хочу вернуть свой дом. Держись рядом с Цезарем, и зачисти переулок. Ладно, достаю, короче, свою пушечку. Все. Черт, Хейзер, он совсем плохо, Цезарь. Осторожно, вон еще несколько вагов. Они лезут через стены. У нас на хвосте. Короче, я достаю свою пушечку. Все. Полетели. Давай, мать твоя, закончим с этим делом. Я с тобой, чувак, давай разделимся с этой разделаемся с этой шпаной. Теперь в этом баре заправляют вагас, а не ацтекас. Гори, ацтекас, гори. Так, первым я тебя и уберу. Все, у вас крыса. Там заныкался. Крыся наш. Порядок. Это последний. Как там Хейзер? Нам нужно отвезти его в больницу. Слушай, давай я его туда отвезу. Ты же сделал даже больше, чем нужно. Тебе нужно вернуться на улицу групп. Ладно, комрад, увидимся после того, как совсем разберемся. Спасибо и удачи тебе, мой друг. Все отлично. Плюс уважение. Вон телеки тырят. Ну ладно. Так, нам кто-то звонит, берем трубочку. Up, как дела, брат? Сиджи, у меня тут кое-какие мысли. Город, конечно, большой, но не с такой. Кто-нибудь наверняка сзади скрывается просто. Но пока семь люди групп не рулят, эти деньги перешают наш авторитет. Что-то задумал. Мы собираемся ударить по балсам всем, что у нас есть. Нужно нанести удар по каждому. Если по-другому никак, то я в деле. Посмотрим, что удастся разузнать на улицах. Удачи, брат. И тебе, братишка. Ты должен заходить больше территории банта в районе Лос-Сантос. Хорошо. Так, тот нам звонит. Карл, ты красавчик. Эй, что случилось с твоей машиной? Просто когда мы разделились с Балсом, Вагас начали говорить. Теперь мы его найдем. Он скрывается в Лос-Флоресе, в восточном Лос-Сантосе. Погоняем, Сиджи. Ладно, я тебя подхвачу, мы тогда покатаемся. Полетели. Ребят. Миссию выполняйте, свита. Так, ну для начала я сохранюсь, если вы не против, на всякий случай, так как я только что захватил территорию и началось, и мне, то есть, позвонил красавчик, сказал подъезжать к нему и забрать его. Сейчас мы это все сделаем.
Так, сейчас мы... Немножечко подождите. Все, теперь меня должно нормально быть слышно. Погромче. Разговор окончен. Эй, красавчик! Как дела? Пришло время заняться паровозом. Ладно, понеслась. Братья Джонсон грохнут этого толстого дурня. Садись в машину, красавчик. Веди машину к дворцу Крэка паровоза. Ты уверен, что он в восточном Лос-Сантосе? Да, прямо на окраине Лос-Флорес. Какие-то старые дома и склад. Can't believe you bought that same bucket ass car, man. Hey, if it ain't broke, don't fix it. So this is it, huh? Johnson boy sorting shit out. Yeah. Nervous? Yeah. Me too. Me too. Послушай, я знаю, что тебе самому не терпится, но я пойду туда один. What? Что? Паровоз свой не использовал меня. Темпа не использовал меня. Они нас всех использовали. Да, но ты прав. Я кинулся ему, когда он больше всего во мне нуждался. Черт, я даже позволил умереть Брайану. Это за него, за маму и за тебя, брат. За Гроу-стрит, детка. Да, за Гроу-стрит. Эй, если я тебе понадоблюсь, можешь ко мне обращаться. Точно, ты всегда за меня. Дворец Крэка хорошо охраняется. Проникнуть внутрь можешь только одним путем. Но дверь сейчас заперта. Чтобы проникнуть через этот укрепленный ход, придется его протаранить. Тяжелая машина вроде бронемашины, ты сам сможешь легко протаранить ход. Тебе нужно угнать бронемашину спецназовца. Хорошо. Сейчас мы это и сделаем. Так. Быстренько. Доезжаем до этой машины. Так, меня задевать не надо. А вы хотите завалить меня, то есть, да? Окей, удачи. Все, садимся. А, приколюха нормальная. Поливает машину. А че он меня стреляет? Чтоб проникнуть внутрь, протаранить стену. Где-то сзади есть вход, ведущий на первый этаж. Ладно, заходим. Первый этаж, охрана. Паровоз находится на 4-м этаже своего дворца Крэка. Чтобы до нее добраться, тебе придется пройти 3 этажа. Окей. Будем нацелены. Тогда сразу. Так. Один готов. Багас тоже за них, или кто это, Ацтекас. Так, арморчик лежит беспалевно. Так, берем, окей. Упс. Ныкаемся. Так, как-то вот так будем справляться сейчас. Спецназовцы что тут забыли. Так, отлично. Убили его. Эо, у тебя 0 хп-то. А, или ты поэтому по скрипту заспавнился. Сочники хедшот выдаем такой.
Не расслабляемся. Так, никого не вижу. Тут должен быть чувак где-то. Он ушел наверх. Окей. Здесь ничего нет у нас. Броника. Он сейчас выпрыгнет. Он вот ныкается. Здесь больше ничего нету вроде. Дробовик есть. Дробовик, кстати, может помочь нам. И здоровье. Ну, здоровье у нас так. Норм. Сколько у нас дробовик? Патронов очень мало. Так, я знаю. А, второй этаж. Нарколаборатория. Окей. Доберись до третьего этажа. Вот тут чел будет. Ага, тут уже другая банда. Так, кстати, вот бронежилет мне очень хорошо поможет. Откуда стрельба? Да, тут киллер у нас. Уровень. Ага. Так, тут дверь. Хорошо. Никого. Ты тут есть у нас? Да перезарядись. Так. Так, сверху тебе. И тут еще. За бочкой. Отлично. Вижу сверху еще одного. Так, все. Надо быть внимательней. Угу, вот. Чувак спит на своем рабочем месте. Так, ну все, тут вроде как. Так, тут меня кто-то должен поджидать. А, я пройти здесь не могу. Что-то затупил. Это пол... А, да, я понял, я дурак просто. Нам нужно вот так по кругу. Все, понял. А, тут еще откуда-то взялись. Кругами наши. Все. Но это я изначально хотел взорвать, на всякий случай. Ну что тут подозрительно так стоит. Так, здоровье нам не нужно. Так, нет, не открывается, окей. Третий этаж, комнаты для баллов. Ну, это уже третий этаж, по идее. Доберись до четвертого этажа, сказали уже до третьего. Так, вижу чувака. Ух ты, тут с... батя какой-то. С узихой. Открывайся. Всех убиваю. Чтобы не мешались. Так, есть кто-то еще? Конечно. Тут жесткие типы только. Это кто? Русская мафия? Или кто? Я не помню. Не помню таких мафиози, так скажем. Так, подбираем патроны и идем. Никого, да? Это четвертый этаж. А, нет. А, нет. Это статуя Биг Смока. Нифига себе у вас тут. Пацаны, перезарядиться надо. Карл. Подохните. Пацаны. Так, тут чё? Есть кто? Так,
возможно, из-за авторского права могут удалить мой голос, поэтому я сейчас заранее говорю. Голос из-за авторского права могут удалить. Все нормально. Это лестница, окей. Разберись с паровозом. Ну, поехали. Эй, паровоз. Привет, Си-Джей. А я все думал, когда же ты появишься? Откуда ты узнал, что ты? Я знал, что это мой старый братан, Си-Джей. Я и знал, что ты идешь, но мне на это было наплевать. Я здесь для того, чтобы заняться тобой, толстый зад, а потом займусь своими дружками из полиции. Где они? Черт, надоела эта хрень. Ох, как торкануло-то, а? Черт, Темпенни, к черту его польскую баллонку. И пошла эта полиция к чертовой матери, все это осталось в прошлом. Посмотри, перед тобой открыт целый мир, а я ни о чем не жалею, чувак. У меня получился же, я добился успеха. Меня нельзя мочить. Мне на это наплевать, да на весь мир наплевать. Что с тобой случилось, чувак? Какого черта, тебе разве не все равно? Думаю, что нам лучше покончить с этим дерьмом. Так, я бегу. Блин, а это сложно будет. Так, бежать. Нужно дробаш и зажать его. Зажать надо его. Нет, ладно, это не берет. Будем из укрытия стрелять понемногу. Так. Вот норм позиция вроде как. Так, где ты там? Иди сюда. Чуть-чуть остался один выстрел. Че, он неубиваемый стал? Или что? Все, он сдох. Изи. Слушай, паровоз, почему ты кинул нас, а? Это что, из-за наркотиков или из-за чего-то другого? Меня слишком сильно влекли к себе деньги, власть. Да теперь уже похрен, черт, чувак. Почему же ты просто не вышел из игры, чувак? Мы были как одна семья, кореш. У меня не было выбора, мне пришлось это сделать. Я просто увидел шанс. И теперь, когда я сдох, все будут обо мне вспоминать. Паровоз. Оу, черт. Какая жалость. Карл Джонсон, наш человек. Я попрошу тебя еще об одной услуге. Ты убил Поласки, теперь еще этого толстого козла? Хрен тебя остановишь? Бросай оружие. Тебе не уйти живым, понял? Где твой братец, а? Почему же ты просто не устроил мне в спину? Страшно стало, а? Заткни свою пасть, дурак, и давай грузи сумку. Ну же, шелись, никогда мне тут с тобой разбираться. Ну и как тебе, Тенпенни, а? Все сдохли, никто не прикрывает. Дерьмово, а? Да? Чего это ты решил, что один? Снаружи меня ждут двое новичков. Но я не буду раскрывать им глаза постепенно, знаешь ли. Немного правды здесь, немного правды там. Ладно, к черту, хватит. Закрой меня, должна забрать пожарную машину.
Закрывай. Меня должна забрать пожарная машина. Crazy, да ты псих, у тебя совсем крыша съехала. Хана тебе. Сейчас полгорода ищет полицейских, чтобы убить их. А я не хочу, чтобы меня вытащили с патрульной машины и забили до смерти разъярённая толпа. Нет, только не сегодня. Ну что ты тянешь? Динь-динь-динь, ответ правильный, Карл. Знаешь, когда-нибудь ты еще скажешь мне спасибо за то, что я глаз тебя раскрыл, мать твоя. О, чуть было не забыл, Карл. Настало время умирать. О, красавчик. Что? Блюдок. Ничего еще не закончено, Карл. Ничего не закончено. Карл, мать твоя, подонок, кусок дерьма. Темпен учинил взрыв в здании. Нет света, и скоро здесь все будет объято пламенем. Тебе нужно быстрее отсюда выбираться. Используй очки ночного видения, взятые паровоз, чтобы видеть в темноте, побыстрее выбраться из здания. Так, чтобы... Ага, все. Только тут дурачки мне мешать вроде как должны. Ну да. Так, ну времени вроде как мне достаточно должно быть. Вроде как. Быстро, быстро, быстро. Бежим. Козел. Смылся, гнида. На этом этаже полыхает пожар. Чтобы выбраться отсюда, воспользуйся огнетушителем. Постреляй. Откуда? Ты что ли? Я не вижу просто. Кто? Кто меня стреляет? Короче, так ладно. Да кто? Умрите же вы. Короче, я не знаю, что делать. Я не вижу никого, кто в меня стреляет. Умрите. Если не получится пройти эту миссию, то придется выполнять миссию пожарника. Дабы не тушить этот огонь, потому что у меня GTA какая-то багнута немного, и тут огонь сложно очень тушить. Короче, насрать. Сдохну, сдохну. Была, не была. Тут тоже есть. Да, тут еще есть. Так, тут можно пройти? Окей. Так, сейчас нам вниз. Отсюда, по идее, обойти возможно? Да, тут только один вход надо. Все отлично. Бежим. Или Карл разучился бегать, я не понимаю. Так, броник не помешает. В лишний раз.
Так, не помню, вниз. Да, вниз. Да сдохни ты. Так, вот еще. О, тут. Тут могут. Может быть нам кранты. Попробуем бежать. Можно бежать здесь? Нет? Просто пройдем. Так, армор не помешает нам. Еще 2 минуты, все нормально. Должны успеть. Так, тут надо вспоминать, с какой стороны. Так, это выход уже, да, я так понимаю? Вроде как должно быть выход. Так, мы уже слышим людей, значит, это должно быть выход. И Карл, как в эпичных боевиках. Толком-то ничего там не взорвалось. Так, вот он, Тенпенни. Тенпенни, ах ты ублюдок, кусок дерьма. Я не позволю тебе уйти после всего. Это, красавчик, не надо. Полетели, Карл. Следуй за Тенпенни, спаси красавчика. Держись рядом с пожарной машиной, не упусти Тенпенни. Окей. Давай, тут газку нету. Держись, красавчик. Так, что надо сделать? Красавчика спасти. Так, пока ничего не понятно. Что делать? Пока просто едем. За темпами. Я еще помочусь за твой труп, Тенпенни. Черт. Сложно. Сиджи, сделай же что-нибудь. Ты только держись, брат. Где красавчик должен упасть? К нам в машину? Наверное. Я хз. Сказали держаться вроде как рядом. И все. Баллосов, теперь тоже молоток появился. Прикольно. Баллосов под колеса прыгнул каким-то образом. Везде хаос. Машину, как видим, нельзя развернуть. Прикольно. Я этого ублюдка не отпущу. Можешь пострелять. Быстрее сейчас уедет. Я затормозился. Тормознул. Так, не отпускаем, не отпускаем. Темпа нет. Едем за ним. Что ты? Полицейский наступает к красавчику на палец. Подведи машину ближе, на случай, если тот разобьет руки. А как? Мне надо успеть. А, отлично. Так, что мы делаем теперь? Касцена пошла. Окей. Садись за руль, наступает время расплаты.
Motherfucker, take that big bastard down. The fire trucks are indestructible. We ain't gonna get it. Watch our six. Cops on our tail. Пробиваем колесами. Но ему пофигу. Так, я продолжаю. Так, мышка не работает у нас. Теперь... Вы что, охерели? Водите на... Don't you worry. Concentrate on keeping all these other lunatics off our backs, CJ. Так, машины никакие, за ним не хотят ехать. On the bridge up ahead. They dropped the ship from that bridge. Look out, CJ. Watch our six. The wire's after us whole block. Так, по машине хватит стрелять, козел. Осторожно, CJ. Эти придурки на мотоциклах не отстают. Ну что же, надо быстрее, пока не приблизилось. Да это менты начали с УЗИ стрелять. Все кончено, Тенто, не кончено. Надо взрывать рядом с собой. Он теряет управление. Это ублюдок у нас в руках. А ну подходи, придурки, я вас всех замочу. А ну подходи. Ой, вы мои, мои. Я хозяин этого города. Эй, сюда, эй. Тут полицейского ранили. Ну же, эй. Придурки, вы никогда не поняли того, что я делал. 50 таких, как я, с этим городом все было бы в порядке. Я очистил этот город от всякого дерьма. Я это сделал. И я бы сделал все это снова. Не надо, не надо, чувак. Он умер. I
Я просто хочу убедиться, что все кончено. Вот и все. Все окей, не нужно даже мне стрелять. Он просто погиб в автокатастрофе. И никто не виноват. Поехали. Все это очень круто, понимаешь? Тебе удалось победить систему. Я 30 лет пытался это сделать, но получилось это у тебя, чувак. Думаю, что ты станешь нашим символом. Ну, спасибо, чувак. Я просто рада, что все наконец кончено. А что с Праузом? Ты сам знаешь, что с Праузом. Он всегда смотрел на жизнь не совсем так, как мы. Праузом всегда держался в стороне, всегда заботился только о себе. Это самая верная дорога в ад, чувак. Ну и это 15 крошек плюс унция. Давай сообразим что-нибудь делать. Отлично, я не против. Прощайте, офицер. 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 Теперь, когда все окей, а мы должны остаться на вершине положения, держать все под контролем, но аккуратно. У нас проблем Вентурусы, проблем Сан-Пьера. Эта хрень никогда не закончится. Точно. В смысле, 70 он встали на ноги. Но нам нужно быть начеку, потому что на нас смотрит много людей. Я пришел с миром и мистером Кексом, который хочет сделать заявление. Мой, я имел в виду наш первый золотой диск. Я решил стать грудные импланты. Да заткнись ты, а. Ну, и что дальше? Нам надо наведать несколько казино, перекинуться с Узи. Нет, сначала мы разгребем все дело здесь. Мы отправились на гастроли. У кого нет есть салфетка, а то у меня есть доступ к каким персоналам печь. Ни у кого? Да, у меня есть, вот. Я пас. Карл, куда это ты намылся? Я собираюсь наедаться в квартал, посмотреть, что там происходит. И на такой крутой... Под такой крутой трек мы заканчиваем прохождение GTA San Andreas. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Кто хочет посмотреть титры, смотрите, я оставлю именно для вас.